Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и сегодня продолжаем играть растения против зомби, герои, и сегодня будем, ребята, с вами выполнять задание зомби. Задание зомби, 19 глава, ребята, игра идет, огонь ревет, называется, и сейчас посмотрим, что же нас там ждет. Будем играть с помощью разгрома, вот, и вспышка на солнце, наш враг, посмотрим, что же сейчас будет происходить и какие же подставы там будут. Так, ну, вспышка на солнышко. Давайте поменяем мы с вами футболиста. Гаргантю поменяем. И так, солдата. Ну, в принципе, давайте всех поменяем, потому что все большие карты. И продолжим. Получаем мы с вами карту. Большая взбучка. Уничтожает растение 4 или меньше. Продолжаем. Ходят растения, ребята. Размещают два шампиньона по одному удару, по одному урону и жизни. И что же мы предпримем? Блин, черт побери. Ну, давайте пока что, ребята, продолжим. Пока что не будем атаковать. Это мелкие шампиньончики. Но если сейчас, ребята, поставят грибочек, который умножает жизнь и атаку, это будет, конечно, очень плохо. Так, давайте... Начнем мы с вами ставить наши зомбики. Ход растений. Итак, растение у нас ничего не сделало. Это хорошо. Уничтожаем мы с вами шампиньончик один. И идем вперед. У нас нету ничего. И идем. Так, блокировочка. Это в коллекцию закидываем. И когда у нас будет, сколько там, 14, то тогда уже используем. Окей, 3... Три мозга у нас, опять пропускаем ход растений, вспышка на солнце, сейчас мы кого-то просто уничтожим. Давайте сделаем следующим образом. Так, уничтожаем мы с вами солнышко. Вот так вот, отлично. То есть подсолнух. И идем дальше. Сражение. Один урон, и мы наносим два урона. Вспышка на солнце получает... По попочке. Так, у нас челюсти вылезли. И, о, отлично. Давайте вот сделаем вот так вот. Ход растений. Это у нас, блин. Сейчас мы с вами, ребята, потеряем кенгуру, к сожалению. Так, кенгуру потеряем. И так, сражение. Но у нас есть еще одно кенгуру, поэтому все окей. Все будет хорошо. Думал схитрить, но нифига не получилось. Ничего страшного. Так, сейчас мы сами будем использовать челюсти. А пока что... Так, 3, 4... О, давайте вот так вот попробуем сделать. Надеюсь, нас не уничтожат и все будет окей. Наносит зомби 5 единиц урона и... Фу, повезло. Хотя бы так, ребята... Хотя бы вот этот орешек мы сами замочим. И нас тоже, к сожалению, замочили. Так, идем дальше. Счет у нас 17-16. Мы пока что выигрываем. И давайте пропустим ход растений. Так, вьюнок у нас появляется. Окей. И что мы можем сделать? Давайте уничтожим, наверное, вьюнок, да? Зачем? Зачем нам нужно? Так, отличненько. Идем дальше. Сражение. Ничего не происходит. Счет также 17-16. Следующая атака моя должна быть с блокировочкой. И давайте, знаете, что сделаем? Попробуем мы с вами поставить кенгуру. И ход растений. Воу! Так, что это у нас? Это у нас после уничтожения наносит 6 единиц урона зомби-герою. Блин. Блин. Так, минус один. Может быть, переместить его? Давайте переместим все-таки. Не будем мы сами кенгуру рисковать. Отличненько. Получаем мы с вами солдата. И так, нет, это не солдат, это у нас медик. Давайте чуть-чуть повредим его. Минус. Окей, 5 урона. И вперед, сражение. Атакуем. О, блокировка не произошла, отлично. Счет 14-12. Еще один кенгуру, офигеть. Так, идем дальше. И
сейчас мы с вами будем... Броня 2. Давайте сделаем вот так вот. Броня 2 и продолжим ход растений. Блин, что за фигня? Офигеть. Так. Ну, давайте жизни добавим, окей. Добавим жизни. И продолжим сражение. Ну, виноградники, вы, конечно, мочите по-жесткому. Так, блокировочка. Наносит 2 единицы урона. Блокировка сейчас должна быть. Нет, ни хрена. И вот следующий удар. Следующий удар с блокировкой. Вот это уже хорошо. Зомби получает плюс 2. Так, тоже получает. Давай кенгуру пускай получит. Плюс 2, чтобы его не замочили. Блин, хотя неправильно я сделал. Надо было все-таки дать королю живых мертвецов. Так, ход зомби. И давайте мы с вами сейчас... так. 6. Даже не знаю, как нам быть. Так, ну давайте пока что обороняемся. И чуть-чуть жизни разгрому. И еще можно поставить дельфинят. Окей, ход растений. Ход растений. И что же предпримет солнышко наше? Так, уничтожение зомби на земле. Блин, вот я так и думал. Черт побери. Очень хреново. Так, наносит 5 единиц урона. Окей. Давай, потрати свои карты. И вьюнок у нас еще появляется. И мы с вами идем дальше. Сражение. Атакуем. Так, счет у нас 13-9. Так. О, давайте сейчас уничтожим. Наверное, так, 5-10. Сделаем вот так вот. И идем вперед. Ход растений. Главное, чтобы не наносит 3 единицы урона. Окей. Блин, так. Так. Что же мы будем с вами делать? Фиг знает. Так, думай. Думай, кого уничтожим. Ну, давайте, окей, уничтожим мы сами виноградинку. И нанесет ли он нам урон? Да, все-таки наносит 7 урона, окей. И давайте продолжим сражение. Так, уничтожили Гарганчу, к сожалению. И счет 7-6. Ладно. Так, у нас же есть, ребята, кенгуру. И ход растений. Ладно. Так, что будем делать? Давайте пока что. Пускай будет все как есть. Ничего не будем трогать. Продолжим сражение. Атакуем. Блокировка. И все зомби на земле получают минус 1. Ну ладно, ничего страшного. Так. 12-13, и у нас призрак появляется. Призрак же, да, если не ошибаюсь. Зомби-призрак, да. Все окей. Давайте продолжим. Ставим мы нашего призрака. И ход растений. Не дай бог, там сейчас кукурузина будет. Будет там точно хана. Так, 3 атаки. Давайте вот так вот мы с вами сейчас сделаем. Опс. Отличненько. И перемещаем мы с вами растение. И это у нас будет... Это у нас будет... Вот так вот. И вытягиваем еще одну карту. О, отлично, круто. Так, давайте продолжим сражение. Бум. Эх, блин, у меня же кенгурятник еще с 2 жизнями оказывается. Так, все зомби... Зомби получает плюс 2 и способность безумия. О, давайте вот так вот сделаем. Плюс 2 жизни. Опс, и безумие. Давай еще раз атакуй. 3, и еще один удар, ребята. И мы с вами победили, отличненько. Так, ставим, ребята, лайки, кому нравится. И подписываемся на канал. Фух. Давайте, ставим призрака. И ставим мы с вами блин, давайте пока что ставим. На всякий случай, ребята, опасно. Наносит 5 единиц урона. Так, дельфиненка, зомби замочили. Окей, приемов нету. И сражение, так. Опс, 2 урона мы сами получаем. И... Бум.
получится отличненько, ребята. Замочили мы с вами подсолнух, вспышку на солнце, отлично. Победа зомби. Победа зомби, награда 10, так, 50, окей, 50 билетиков нам дают. Но я это пока что не собираю, мне не до этого. Идем дальше. Идем дальше, и игра идет, огонь ревет, ребята, 19 глава, второй уровень. Давайте также с помощью разгрома против Цитрона. Так, Цитрончик. Цитрончик сейчас, наверное, со своими орешками будет тут нас мочить. О, хороший старт. В принципе, я бы поменял дельфина, но не буду. Окей, дельфин нам понадобится. И получаем мы с вами, ребята, кого? Кто там? Так, одержимый. Это у нас получается, зомби получает плюс 2 жизни и способность безумия. Круто. Так, пропускаем ход растений. Что же, цитрончик? Ничего, отлично. Так, сражение. Пу-пум, па-бам. О, витамин Z. Витамин Z получаем мы с вами по 3 жизни и атаки. Давайте ставим призрака и ход растений. Давай, цитрон. Блин, вот ты засранец. Ах ты, умник, а. Сражение. Надо будет этого камыша замочить в первую очередь. Так, ладно, челюсти в следующий раз пойдут в ход. Хотя, знаете, что сделаем? Сделаем мы с вами вот... Вот так вот. Попробуем, по крайней мере. Надеюсь, нас не замочат. Так. Ход растений. И мина. Мина наносит 2 единицы урона. Блин. Вот потеряли, ребята, мы с вами йети. Опс. И бум. Да, к сожалению, потеряли. Электрокамыш засранец. Блин. Так. Ну, окей. Давайте сделаем следующим образом. Пока что поставим мы с вами зомби с дельфином. Челюсти, работаем. Вот так вот, отличненько. Замочили мы с вами дракошу. И идем к сражению, вперед. Мочим, 19-17, отлично. О, опять челюсти, круто. Так, что мы с вами будем сейчас делать? Давайте, наверное, попробуем использовать кенгуру. И вперед. Ход растений. Заморозочка дельфинят. Окей. А, размещать стена орех. Ничего страшного. Сейчас мы это все исправим. И так, челюсти вперед. Вот так вот. Отличненько. И можем идти дальше. Сражение. Давайте. Бум. Отличненько. И что у нас тут? Гаргантю есть. И, в принципе, гаргантю можно и использовать. Хотя... Нет, давайте используем все-таки. Используем мы его вот здесь. Посередочке. И ход растений. Давай, цитрончик. Рожай. И еще одно электро. Это значит 1-1. Ну, в принципе, нормально. Все окей. Мы с вами можем сделать вот таким вот образом же, ребята. Отличненько. Плюс 1 жизни атаки. И будет сейчас у нас мощный удар. Так, возвращается у нас кенгуру домой обратно. Счет 19-8. И знаете, что мы сейчас сделаем? Сделаем вот так вот. И еще, ребята, блин. Блин. Может быть, еще одну гаргантю использую? А нет, мы не можем же точно. Давайте идем дальше. Ход растений. О, маг. Маки. Это отлично. Это неплохо, по крайней мере. Так, безумие. Мы не будем использовать пока что. Так, просто продолжим. Окей. Атакуем. Отличненько. Кенгуру возвращается обратно к колоду. И раз. Блокировка. Я так... О, нету блокировки. Следующий удар будет с блокировочкой. И что же у нас будет? Непонятно. Забрал в колоду сразу же. Идем дальше. И ставим мы с вами гаргантю. Отличненько. Мощно. Мощно сейчас будет, ребята. Давайте...
дельфина пока что поставим. И ход растений. Блин, поторопился. Не надо было дельфина ставить. Надо было чуть-чуть оставить хотя бы мозгов. Так, это кто у нас? Это у нас антигерой какой-то, да? Нет, нет, не антигерой. Это у нас, так, амфибия. При использовании зомби герой теряет свой мозг. А, у нас нету мозгов, окей. Сражение. Минус 3, и то блокировочка, и 6 единиц здоровья. Куда? Куда его использую? Давайте в колоду. Атакуем, и бум! Отличненько! Хорошо получается, кабумчик, ребята. Ставим лайки, подписываемся на канал, делаем репосты и пишем свои комментарии. И еще десярик билетиков мы с вами получаем, и идем дальше. Давай, 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 идем дальше. И следующий, 19 глава, игра идет «Огонь ревет», ребята, третий уровень против вспышки на солнце и разгром. Посмотрим, тут по-любому, ребята, будет подстава, и нам еще придется попотеть по-жесткому. Вытяните новые, так, карты, или оставьте свои старые. Так, давайте одного дельфина убираем, отличненько, и... Блин, вот это бы я, конечно, оставил, водоросли, но... Давайте, давайте, все-таки оставим водоросли, окей, и поехали. Получаем мы с вами карту, стимул, зомби получают плюс 2 жизни и атаки. Давайте, ход растений, приемы зомби, приемов тоже нету, сражение. Это очень даже хорошо, то, что мы ничего сейчас не поставили. Следующий ход мы поставим с вами сумоиста, конечно же. И я думаю, вспышка на солнце сейчас нас атакует с помощью... с помощью своей суперспособности. И... А нет, не атаковал. Отличненько. Все окей. Идем дальше. Это у нас медик. И давайте, наверное... Так. Пропустим этот ход. Ход растений. Что же мы с вами будем делать? Пускай солнышки пока... А нет. Давайте вот так вот уберем мы с вами эти подсолнухи. Нафиг они нам нужны. Будут только мешать. И сражение. Атакуем. Счет 20-16. Отличненько. 4 мозга и солнышко. Получаем ход зомби. Вот теперь, ребята, уже можно использовать дельфина. И ход растений. Хотя бы один мозг у нас остается. Если что, будем использовать челюсти. Так, 3 атаки. Да, вот то, что нужно. Ребята, чуть-чуть минуса. Отличненько. 2 атаки. Сражение. Бум. Так, все круто. Все круто. Гаргантю подводный получаем. Итак, продвигаемся дальше. Плюс 4 единицы здоровья. Давайте попробуем сделать следующим образом. Вот так вот, да, то, что я хотел. Ход растений. И... Давай, вспышка на солнце, мочи. Ну... Все зомби на земле получают минус 1. Так, а это у нас зомби получают плюс 2. Ах ты, какаха, блин. Кого же уничтожит? Дельфина. Окей, и нам срочно нужно что-то делать. Давайте, наверное, вот так вот лучше всего сделаем. Хопс. И идем дальше. План кабан по спасению с... Так, это кто у нас? Сумоиста не получилось, борец с ума. Так, призрака мы с вами получаем, ход зомби, давайте пока что вот так вот, ход растений, что же ты поставишь, так, так, давайте передвинем, окей, передвигаем. Получаем доп-карту, еще 2 мозга есть, но мозги мы сами не можем использовать пока что. Мочим мы сами подсолнуха, и бом, призраку хана, но призрак у нас возвращается в колоду, отличненько. Счет 17-13, по 7 мозгов, о, опять челюсть у нас, отличненько, и плюс 1 жизнь получает подсолнух, вспышка на солнце, и так, давайте гаргантю подводный вот сюда вот бомбанем, и ход растений, давай. Челюсти пока что у нас есть, и так, о, отличненько, хотя бы вот так вот сделаем мы с вами, ребята.
Хопс. И отлично. Получаем жизни. Сражение. Атакуем. Цветочек замочили. Атакуем. И чуть-чуть нас тоже повредили. Ничего страшного. О, блокировка. Окей. Так, получаем мы с вами, ребята, кенгуру. И, в принципе, можно его использовать. 4 к 1. Окей, давайте вот так вот. И продолжим. Хотя еще можно дельфина поставить. Вот теперь точно продолжим. Давай, вспышка на солнце. Что ты там будешь сейчас творить? Во-во-во-во-во. Так. Ну, ладно. Окей, окей, окей. Сейчас подводного гаргантю, к сожалению, замочат. Подводный же, да, называется? Или водяной? Подводный вроде бы, да. Так, это у нас, ребята, звезда. Футболист-звезда. И так, ставим. Так, даже не знаю. Ну, призрака, окей. Призрака пока что ставим. И давайте продолжим ход растений. Пускай пока что у нас звезда будет в запасе. Все выставлять, в принципе, я не люблю, потому что, блин. Так, призрак ушел, окей. И кенгуру тоже ушел. Наносит 5 единиц урона. Пингвин тоже потеряли. Приемы зомби. Давайте, может быть, пока что... Блин. Не будем, наверное, трогать. Окей. Сражение. Е. Минус 2. Счет 9-7. Идем дальше. Так, наносит минус 1 жизни и атаки. Так, что же будем делать? Давайте пока что поставим мы с вами... кенгуру, и 6 мозгов у нас есть. Мы можем еще поставить наших дудочников. Окей. И давайте продолжим ход растений. Так, давай поставь что-нибудь. Вот, отличненько. Отличненько. И давай еще одну карту. Блин, уже нифига не отлично. Черт побери, блин, а. Подстава, ребята. Так, давайте кого-нибудь уничтожим тогда. И это будет... И это будет у нас... Так, мы не можем терять. Давайте лучше вот так вот сделаем. Опс. Отличненько. И... идем вперед, сражение. Мы не можем потерять кенгуру, к сожалению. Так, 6... Ох, сейчас будет блокировка размещать 2 шампиньонов. Пускай шампиньончики будут, ничего страшного. Блокировка, вот нам повезло, ребята, давайте плюс 6 жизни. Фух. Так, дудочников потеряли, к сожалению, и давайте идем вперед. Сейчас, я думаю, кому-то будет точно хана. Или нам, или им. Так, давайте ставим сюда звезду нашу и армрестлера ставим сюда. Ход растений. Уничтожение. Ох ты, собака. Смотри, смотри, что делает скотинка-то ты, а какая. Так. Ну, давайте уничтожим то, что есть. Так, 4, 6, 9. Окей. Нас атакуют. 3 жизни против 1. Так, что же мы будем делать? Призрак. Ход зомби. И я думаю, сейчас мы с вами, ребята, проиграли уже. Окей, ход растений. Уничтожение зомби на земле. Все, нам хана, ребята. Нас убили. Нас убили, скотины. Сражение. Атакуем. И вспышка на солнце нас бьет. Давай, 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 давай. И проигрыш. Ну ладно, ничего страшного. Бывает, сейчас повторим. Кабум. Победа растений, но вспышка на солнце. Засранец. Сейчас все повторим и все будет окей. Так, ребята, продолжаем. 19 глава, игра идет, огонь не ревет. И вспышка на солнце также против разгрома. Так, наши ребята, стартовые карты. И что же мы получаем? Давайте кенгуру поменяем. Поменяем мы с вами еще... дельфина. О, отлично. И поехали, ребята. Гоу, 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 гоу. И зомби-ход. Ход растений. Приемов нету и сражение.
Продолжаем. Так, по два мозга. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Зомби-осьминог. Это у нас эксклюзивный легендарный. Просто мощная карта. Так, ребята, давайте поставим пока что мы с вами призрака и продолжим. Ход растений. Кто это у нас? Это у нас какой-то мелкий, но мы его сейчас замочим. Если бы мы не замочили, то это растение превратилось бы в какой-нибудь... Супер, наверное, растение, я даже не знаю. Так, давайте поставим пока что армрестлера вот сюда. И продолжим ход растений. Все зомби на земле получают минус один. Ну, пускай будет так, окей. Так, призрак у нас возвращается обратно. И приемчиков у нас нету. Сражение. Сражение. Окей, теперь у нас 4 мозга. И, в принципе, мы давайте попробуем использовать... Йети. Попробуем использовать Йети. И следующий ход у нас. Главное, чтобы его не затоптали. Так, 4 атаки наносят. И к этому мы можем, знаете, что сделать? А, нет, 4 жизни, 3 атаки. Давайте вот так вот сделаем. Опс. Да, и продолжим сражение. Та-дам! Та-дам! Возвращается Йети домой. Счет 20-18. Йети, давай идем домой. И по 5 мозгов у нас есть. И звезда у нас появляется. Давайте точно по такой же системе. И идем дальше. Получаем контейнер, ход растений. Так. Знаете, что сделаем? А сделаем мы с вами... Абсолютно то же самое. Давайте вот так вот. Минус. Тан-тан-тан. И, о, мы же с вами можем... Сейчас, подождите. А, снежный человек. Подожди. Снежный человек у нас... При использовании добавления контейнера... Так, снежный человек и колоду. Конец хода, рикошет этого снежного человека. Окей, давайте, наверное, сделаем лучше вот так вот. Та-ра-да-ра-да-ра-да-ра. Уничтожим. Вот так вот, и идем дальше. Сражение. Блокировка? Блин, черт побери. Наносит 2 единицы урона. К сожалению, мы с вами теряем, ребята, армрестлера. Ах, ты собака. Давай, возвращайся обратно домой. И 6 мозгов, 7 солнышек. Окей. Также давайте продолжим. Йети. Йети и... Так, еще давайте попробуем мы с вами призрака поставить вот сюда. И ход растений. Что же предпримет? Так, призрак идет домой. Окей. И мы с вами продолжаем. Окей, сражение. Так, счет у нас 18-18, ребята, и 7 мозгов, 8 солнышек. У нас медик появился, отличненько. Можно, я думаю, использовать теперь кенгуру. А нет, не кенгуру, пускай пока что будет Йети. Так, и контейнер получили, 4 у нас еще мозга есть, и мы пропускаем ход растений. Уничтожение зомби на земле. Вот ты какаха. Вот мы доигрались, ребята. Ну ладно, ничего страшного. Так. Что мы с вами будем делать? Давайте вот это применить, не применить. Как вы думаете, лучше сделать? Ну, нет. Все-таки еще мало у нас тут растений на земле. И сражение. Давайте сейчас мы с вами получим, к сожалению, целых 5 урона. Ну, ничего страшного. Исправим все это дело. Так, 10 солнышек у нашего врага. И давайте поставим 8. Так, 8, 8, 8, 8. Давайте пока что поставим с вами кенгуру. И еще поставим... блин. Челюсть. Так, окей, давайте ход растений. На всякий случай. Так, окей, нормально, нормально, ничего. Так, 2 урона получает сейчас кенгуру. И идет домой. Идет кенгуру домой, а мы с вами сделаем, наверное, блин, все не очень хорошо. Минус один нам нужно сделать. Давайте сделаем все-таки, наверное, вот так вот.
Тан-тарадан. Так, окей. Так, давайте уничтожим все-таки растения, которые... Вот, отличненько, да, все верно. Идем верно и правильно вперед. Так, счет 12-18. Следующий удар растений будет с блокировочкой. И давайте попробуем звезду поставим. Пока что мы не будем осьминога ставить, опасно. Так, давайте поставим еще мы с вами... О, давайте медика. Медик, давай. Опс, отличненько. И ход растений. Так, 6 атаки. Ну, будет с блокировочкой, это хорошо. А мы пропускаем и сражение. Медик атакует, блокировочка, отличненько. И зомби получает плюс 2. Зомби получает плюс 2. Кому дать плюс 2? Давайте медику дадим плюс 2. Вот так вот. И будет супер-пупер безумный, да? Да, безумие. Безумный у нас медик. Окей. Давайте идем дальше. И давайте мы с вами поставим вот сюда нашего красавца с осьминогами. Надеюсь, его не замочат. И давайте продолжим ход растений. Отличненько. Приемы. Так, приемчики. Какие же приемчики нам лучше всего сделать? В принципе, можно все оставить как есть. А мы можем с вами еще, знаете, что сделать? Давайте попробуем сделать так. Добавим жизни и атаки. Добавим еще жизни и атаки. И продолжим сражение. Так, атака. Атакуем. Опс. Еще атакуем. И бу! Охренушки нам блокировочка. Но сейчас мы все равно их всех порвем. Все нормально. Все нормально. Ребята, мы уже выиграли, можно сказать. Итак, 10-2 счет. Надеюсь, там у вспышки на солнце супер-пупер карт не будет. И нас не замочат. Надеемся, опять-таки. Так, идем дальше. Ход растений. Так, это у нас розочка. И давайте мы вот так вот сделаем. На всякий случай, мало ли что может случиться. Так, ну все, давайте сражение. Атакуем. Отличненько, атакуем. И... Та-дам! Ну что ты, подсолнух, получил по своим семечкам. Победа зомби. Награды 10 билетиков опять мы с вами получаем. И идем дальше. Ребята, давай-давай, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, дальше. Ну что, продолжаем, ребята. 19 глава, игра идет, огонь ревет. И следующий, четвертый. Четвертый уровень, зеленый день против разгрома. Так, сейчас у нас тут будут горошинки. Будем с горохами сражаться, а может быть и под снежинками и заморозочкой. Так, давайте меняем мы с вами... Кого? Так, это был кенгуру. Меняем мы с вами медика. Блин, не то, не то, не то. Окей, давайте стартуем. И получаем мы с вами эксклюзивный легендарный большой... Что там у нас было? Блин, забыл уже. Опять большая взбучка. Давайте продолжим. Ход растений. Приемы зомби, приемов нету. И сражение. Так, окей. Я думал, сейчас горох нанесет нам 5 единиц урона, но нифига. Давайте еще раз. Ход растений. Пропускаем. Приемы зомби. Ты что, блин, тут все пропускаешь? Офигел, что ли? Так, идем дальше. 3-3-3-3. О, давайте попробуем начать ход растений. Ах ты какаха, замораживает. Ладно. Идем дальше. Сражение. 2 урона мы сами получаем. Счет 18-20. И зеленая тень у нас пока что побеждает. Но мы сейчас попробуем все это дело исправить. Так, ход растений. Ход растений. Давай. Это у нас... так, сейчас. Главное не заморозочка, ребята. Так, 3 жизни, 3 атаки. Давайте... Блин, нас замочит, а останется живой, да, получается? К сожалению. Плохо дело. Ну, давайте переместим кого, не знаю. Ну, перчик, какая разница, кого перемещать, куда и...
Приемы зомби. Ах, блин, точно. Вот я тупанул. Блин. А нет, не тупанул. Все окей. Давайте уничтожим мы с вами вот этого засранца. Это у нас подснежник. И челюсти тоже у нас идут вперед. Там-та-дам, грибочки, идите отсюда. Отличненько. Оказывается, не все так плохо, ребята. Все окей. Так, идем дальше. Я же совсем забыл про мозги-то. То, что у меня есть еще доп мозги. Идем дальше. Ход растений. Главное, чтобы кенгуру мой не заморозили сейчас. Капустка. Окей, отличненько. Блин. Блин. Черт побери. А вот это уже хреново. Так, кенгуру идет домой. Это уже неплохо, окей. Получаем до урона 16. Так, капуста, блин, живучая. Окей, идем дальше. Так, делаем мы сами следующим образом. Давайте медика. Ставим мы с вами вот. Подождите. Да, давайте пока что медика ставим мы сами вот сюда. Уничтожим все-таки капусту. Опс. И идем дальше. Ход растений. Так. Заморозочка. Значит так, да? Ну, ладно. Так, давай, перемещай. Вот оно что. Так, давайте сделаем следующим образом. Пускай пока что, блин, переместить, может быть, кого-нибудь, а? Да, давайте переместим. Вот так вот и получаем доп-карту. Окей, продолжаем. Сражение, счет 20-12. Блокировочка и... О, отлично, отличненько. И счет 15-19 сейчас мы у нас. И так, давайте сделаем мы с вами что? Плюс 3. О, 7. А нифига не о. Блин. Хотя... Давайте попробуем, рискнем, окей. Ход растений. Поставили мы с вами короля живых мертвецов и перемещает зон. Ох ты, засранец. Ну ладно, сражение. Атакуем. Сейчас мы с вами получим 8 целых урона, к сожалению. Счет 7-9. Окей. Сейчас. Так, раз, два. Три. 5-7. Давайте пропустим ход. Ход мы с вами пропускаем. И что же будем делать? Все растения... А, растения получают плюс 3, да, вроде бы, если не ошибаюсь, было написано. Окей. Так, давайте уничтожим мы с вами вот этого чувачка, который самый мощный. Потом мы с вами сделаем следующее. Так, 3 мозга у нас есть, и мы можем добавить плюс 3, да? Это у нас будет 8. Заманчивое предложение, я вам могу сказать. Но давайте минус 1. Кому дать минус 1, фиг знает. Блин, это же сейчас... А нет, вот же нам нужно вот так вот сделать. Точно, что же я туплю-то, а? Так, 13. И давайте вот так вот пока что. Бомс. И продолжаем. 15 у нас счет. Атака 4. Блокировка. И зомби получает плюс 2. Давайте пока что уберем мы сами в колоду. Так, 12-7-4 счет. Окей. Ход зомби. Так. Вот теперь-то, ребята, чудо у нас тут здесь будет. Давайте сделаем вот так вот. Потом 7. 4 и продолжим. Окей, давайте вот так вот и ход растений.
Так, ну грибочки засранцы. Ладно. И давайте, зомби получает плюс 2, атакуем, убирается у нас, и приемчики. Приемчики наши будут, знаете, какие следующие? А приемчики будут у нас вот такие. Надеюсь, все получится. Давайте, сражение начинаем, бумс, и давай без блокировки, пожалуйста. Есть, отличненько, ребята, все круто у нас получилось. Кабум. Блин. Аж, блин, закашлял. Окей, идем дальше. Заправочка. Так, полный орешник. О, танцевальная ночь. Получаем мы с вами 10 кристалликов. Идем дальше. Ну что ж, ребята, продолжаем мы с вами проходить 19 главу. Игра идет, огонь ревет. И 5-й, последний уровень, ребята, наконец-то. И вспышка на солнце против разгромчика. Посмотрим, что же тут сейчас у нас будет происходить. Что же нам там подготовили опять? Какие подставы будут? Воу, ребята, мы видим 30, мать его, жизни у вспышки на солнце. Хреново. Так, давайте меняем, давайте нам карты и поехали, поехали. Оставим мы с вами маниакальный смех и побей босса. Вспышка на солнце начинает игру с плюс 10 единиц здоровья и плюс одной карты. Гори ясно, чтобы не погасло. Воу. Русские пословицы. Очень интересно. Так, ну давайте армрестлера попробуем использовать, но мне кажется, его замочат. Замочат, мне кажется, его... Нет, все окей, ладно. А, приемов нету, сражение. Так, нам нужно уничтожить. Уничтожить нам нужно это существо. Так, идем дальше. У нас нету ходов. Зомби получает минус 2. Ну ладно. Пусть будет так. И давайте продолжим пока что сражение. Идем мы с вами дальше. Получаем гаргантио безумного. Ход зомби. Опять у нас карт нету. Ход растений. Идем дальше. Так, это у нас виноградинка. Окей. Пускай будет так. Давайте уничтожим всех засранцев. Я так думаю, лучше всего. А нет, не всех. Уничтожим мы с вами винограднику и идем дальше. Сражение. Пока что челюсть я не использую, потому что, ребята, еще жизни-то я не потерял. А вот если жизни потеряю, то уже можно будет челюсть и использовать для того, чтобы получить жизни. Вот, давайте также пропускаем ход растений. Так, это у нас... Так, минус один. Окей, давайте получим урон. Минус 3, счет 17-28. И вот теперь мы можем использовать челюсти. Окей. Так, 5 мозгов у нас. Нам на запас 2 мозга нужно. И на 3 мозга мы можем с вами поставить пока что снежного человека. Так, контейнер получаем и вперед. Ход растений. Воу, еще одно солнышко. И так, мы сейчас попробуем с вами сделать следующим образом. Давайте вот так вот сделаем. И сделаем мы с вами вот... Ну, все-таки давайте уничтожим, окей, цветочек. Еще 3 урона сейчас мы с вами получим, к сожалению. Так, давайте, сражение. Сражение. 30 жизней у вспышки на солнце, у нас 16, к сожалению. И вспышка на солнце все еще добавляет и добавляет больше жизни. Итак, давайте сделаем мы с вами следующим образом. Поставим сюда гаргантюа безумного. И продолжим ход растений. Розочка. Сейчас нас уничтожит, я так понимаю. Но давайте перед этим плюс жизни и атаки, и сражения. 3 урона получаем и атакуем. Бум. Блокировочка, и нас опять уничтожили. Даже мы не успели использовать безумие. Черт побери, Роза засранец, блин, а.
Так, розу нам нужно срочно... Срочно нужно избавиться от розы. Вот так вот провалился мой план кабан, к сожалению. Вот. И давайте сделаем мы с вами еще... Йетти поставим. И вперед. Плюс один контейнер. Но, к сожалению, мозгов пока что нету. Давайте продолжим. Наносит 5 единиц урона. Вот ты собака. Вот ты собака. Окей, давайте идем дальше. И я так понимаю, сейчас Роза нас замочит. 10. Роза нас замочит. И да, я же говорил. Роза засранец. В натуре. Так, 4. 4, 4. Давайте сделаем вот так вот. Опс. И так. Сделаем вот так вот. И давайте ход растений. Поставили мы с вами зомби с дельфином и медика. Сейчас, если все получится, то мы с вами... Ах ты засранец. Опять меня мочат. Давайте сделаем вот так вот. Да, и замочим эту розу уже, засранца, которая нам все портит на свете. И счет у нас 14:30. Да. 11:30, то есть. Сейчас мы начнем, ребята, наше веселье скоро. Надеюсь, у нас все получится. Давайте ставим дудочника и ставим мы сами подводного гаргантюа. Ход растений. Ход растений. Появляется у нас двойной подсолнух. Чуть-чуть урона наносим мы с вами. И сейчас от... это же у нас чернослив. Черника. Тьфу, блин, чернослив. Черника, точно. Так, зомби получает плюс 2 и способность безумия. Ну, тут... О, давайте вот так вот сделаем. Точно. Отличненько. И можем продолжить сражение. Атакуем. Замочили. И еще плюс атака. И еще атака. Счет 11:22. Так, ребята. Вот сейчас мы с вами попробуем хорошенько поиграть. 7. 7. Нет, пока что нет. Еще не играем. Окей. Ход растений. Продолжаем. Это у нас... Воу-воу-воу. Так, окей. Ничего страшного. Сейчас мы всех тут порешаем. Так, делаем мы сами следующим образом. Плюс 3. Вот так вот. Плюс 3. Отличненько. И давайте продолжим сражение. Атакуют 8. Так, отлично. Еще топ атака. 17. 5. Блокировка, блин. Она наносит 2 единицы. Блин, потеряли мы с вами дудочника мощного, к сожалению. Но ничего с этим не поделаешь. Ах, так. Пропускаем ход растений. Приемы зомби. Так, что мы с вами сможем сделать? Пока что давайте сделаем мы с вами вот так вот. Безумие дадим. Давайте мы сами королю живых мертвецов. И так. Надеюсь, будет блокировка и все будет окей. Так, атакуем. Блокировочка, отлично. И зомби получает плюс 2. Давайте вот так вот делаем еще. 8. Так, 2. Боу! Мы просто с вами, ребята, красавчики. Мощно получилось, ребята. Ставьте лайки. Круто замочили вспышку на солнце, ребята. А? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы дальше не пропустить такие же крутые атаки. Так, что тут у нас дальше? 20 глава. Падает тень, называется. Будем играть против вспышки. Нет, не вспышки. Тьфу, уже загоняюсь. Будем играть против зеленой тени. Но это уже будет, ребята, в следующей серии. И чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь в Инстаграм. Пишите свои комментарии и делайте репостики. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.